очень рад и горд, что наши земляки каждую Олимпиаду представляют достойно нашу республику и достойно нашу великую Россию на Олимпийские игры. Это неописуемое событие быть участником Олимпийских игр, не говоря уже быть победителем Олимпийских игр. Я помню, как нас встречала вся республика, высшее руководство республики. Я хочу нашим Абдусаламу Гадисову и Билалу Махову, и другим нашим спортсменам с других видов спорта, только чтобы они стали только чемпионами, чтобы остались истории Олимпийских игр. Первые, только имена первых на этом стадионе вовечно написаны их как герои Олимпийских игр. На стенах этого центрального олимпийского стадиона, так я думаю, и в Лондоне будет. Я думаю, наши ребята, я был, смотрел чемпионат России в Санкт-Петербурге. Если Абдусамад и Билал с таким же духом, с таким же настроением, с напорством вот так же выступить, да, им не будет там равных. И, конечно, очень рад, что у нас очень много легионеров выступает за различные края, области, разных видов спорта Российской Федерации и сотрудничество независимых государств за страны. Этим ребятам пожелаю тоже удачи, успехов. Мы их тоже ждем с победой. Будем их чествовать, встречать, почести им вознести. Наш народ, спортивный народ, руководство нашей республики, города, во всех районах будут их как победителю олимпийских чествовать. Это будет большой праздник не только спортивный и общественной жизни нашей республики. Успехов и удачи им желаю. Главное, дух есть, дагестанский дух. Никогда не потерять, настроиться и победить.